Эй, с тобой Раймер Плей, посмотри, офигеть. Ну чё, продолжаем наш плод сооружать и также продолжаем выживать. Так, чё мы тут, на чём остановились-то? Чё у нас там в сундуке? Окей. Так, значит, я сейчас попытаюсь в этот раз тут чё-нибудь забабахать побольше. По крайней мере, я думаю, плод надо расширить. Так, куда бы его? Ну, если ресурсы отсюда приплывают, хотя тогда погодите-ка, надо... Тогда сделаем мы вот это. Нам надо побольше сеток. О, полегче. Так. Тогда, значит... Сейчас мы сеток понаставим. И эти ресурсы самостоятельно собираться заставим. Так, поспокуха, собираем. Так. А нам надо... Наверное, будет досок до хрена, если придется сооружать второй этаж тогда. Значит, надо придумать, где мы его будем делать. То есть, я так подозреваю, лучше, наверное, в ту сторону. Наверное, будем с этой стороны второй этаж клепать, а с этой будем мост увеличивать, продолжать. Потому что, я думаю, надо сделать здесь что-то типа комнаты, а потом вокруг какой-нибудь обходняк, типа... А с этой стороны поставим, наверное, сетки. Потом будем сидеть наверху и делать котлетки. Так, у нас вообще что там? По ресурсам-то надо глянуть перед тем, как строить-то. Так, что надо сидеть построить, здесь семена сажать. Ну, в принципе, я думаю, для старта этого будет достаточно. Так, веревок у нас, правда, маловато. Вот в чем проблема. Так, слышь, бочка, а ну-ка иди сюда, куда ты собралась? Так, ладно, пора бы тогда попить. Так, собираем это все ресурсы. Нам нужно больше, блин, именно веревок. Надо больше этой травы собрать, чтобы веревок понасоздавать. Так, что у нас семена тогда отложим? Картошку пока тоже нам это не надо. Так. Ну давайте тогда пробовать строить плод. Тогда дальше нам надо. Так, один раз сюда, потом сетку сюда. Так, окей. Сетка есть. Так, я, блин, все думаю, как бы здесь-то захреначить-то? То есть, типа, сделать здесь тогда, наверное, надо будет. Так, у нас, блин, опять сейчас не хватит ресурсов, блин, надо опять. Надо веревки. О, блин. О, капец. Я молодец. Блин, меня чуть акула сейчас здесь зажрала, вот это да. Это я сейчас учудил. Чуть сам себя не умертвил. Так. Где там вода? Это сюда. Ну, блин, мне удобно немного, да, реально, менюха. То есть, блин, постоянно приходится все перетаскивать, затаскивать. На этом постоянно куча времени теряется. Блин, куда ты собралась? Ты, как всегда, опять обосралась. Блин, опять чинить это надо.
Блин, все равно у нас здоровья мало. Что за херня? Это капец, блин, конечно. Теперь хер, походу, выздоровеешь вообще. Так, ладно, значит, вот здесь сейчас сооружаем тогда еще. Сооружаем, значит, еще кучу места себе. Так, дальше, значит, надо будет построить второй этаж. На лестницу, интересно, сколько там надо? Сколько там на лестницу? Где она там вообще? Блин, сменюх еще не разобрался, нихера так. Ага. Угу. То есть мне надо еще три построить. Охренеть, три еще куска. Так, 8. 7 рыбы сюда. Ловим еще одну тогда. Сейчас что-нибудь зафигачим. Какой-нибудь себе царский дворец зафигачим. Так, так. 4. Веревки. Так, где там пол у нас? Блин, уже досок не хватает, да чё ж такое? Уже досок начинает не хватать, а не веревок. Так, окей. Но этого мало, надо еще больше будет. Значит, надо продолжать туда ресурсы собирать. Так, а у нас еще вроде как сетка была. Так, ее сюда. Такс. Да, конечно, баг, блин, сейчас вот был, блин, дерьмовый, реально. Я бы мог там сейчас тупо утонуть. И все. А так-то, по крайней мере, повезло, что выбрался. Но тут, туда, короче говоря, лучше больше не наступать. Чтобы акула не могла нас сожрать. Так, здесь надо, блин, место освобождать. Воду надо, короче, теперь выпивать и снова наливать. Разогревать и снова потом употреблять. Такс. Так, доски опять закончились. О, блин. Веревок еще есть чуть-чуть, а досок уже нету. Это вот реально хреново. Блин, опять не хватает. Да что ж ты делать будешь? Так, доски там хоть есть, хоть что-нибудь приплыло, не? Одни веревки. Так, ну же, блин, давай. Так, собрались. Геморроем разобрались. Че, веревок опять не хватает, да елки-палки, блин. Так, сюда. Теперь. Вот зараза, блин. Пошла нахрен отсюда, блин, падла. Теперь из-за нее еще, блин, будешь ремонтировать. Опять все доски просраны. Ну, зашибись, чё. Так, больше ничего, кстати, ремонтировать-то нельзя. Судя по всему, нет. Меня такой радует ответ. Так. Продолжаем тогда доски собирать, чтобы нам плотно и крутейший сооружать. Блин, опять досок не хватает. Да чё ж такое? Ресурсов нету, ни хрена.
Придется из запасов их доставать тогда. Так, надо еще, кстати, воды выпить. Так, надо, кстати, еще будет построить, наверное, вторую такую же водоочистную, блин, себе станцию, типа. Так, теперь досок до хрена, веревок ни хрена. Ну, блин, как все хорошо. Так, ну что там, на лестницу, наверное, еще надо будет дособирать. Перед тем, как ее теперь сооружать. А, не, в принципе, хватает. Ну тогда, наверное, по центру вот так сделаем себе. Там хватает? Да вроде бы хватает. Тогда ставим лестницу вот так. И там построим себе комнату, короче говоря. Но туда опять же надо больше досок. Кстати, меня посетила, блин, мысль, а почему бы, например, сколько у нас здесь, подожди-ка, отплата, раз, два, три, четыре у нас получается. Раз, два, три, четыре, ну-ка, а если сделать тогда вот так? Построить, в смысле, не сделать, ну, в принципе, блин, кому какая нахрен разница? Так, ну-ка, мне нужна еще веревка. Раз, два, три, четыре, да, раз, два, три, четыре. Угу. Так, теперь попробуем еще одну лестницу, может быть, тут зафигачить. Я думаю, этого будет достаточно. Текса, ну вроде нормально. Блин, надо опять воду употреблять, чтобы не подыхать, елки-палки. Надо реально, кстати, уже вторую, наверное, водоочистную станцию сооружать. Ну, кстати, мы здоровье-то восстанавливаем потихоньку, между прочим-то. У меня, кстати, план какой? Я сейчас думаю сделать вот так. У нас две лестницы, у нас будет типа два этажа. В смысле, как два этажа? У нас будет второй этаж, но их будет два. У нас будет две разных комнаты. И вокруг, наверное, этих двух разных комнат я что-нибудь попробую не этакое учудить. У меня есть, конечно, пока что задумка, типа... Блин, а что они не собираются-то? Алло, во. Так, есть у меня, короче говоря, задумка одна. Надеюсь, у меня все получится, как всегда. Так. Ну-ка, вон бочка. Сейчас подождем. Ее заберем. Блин, падла не попадает. Блин, вот хер за тобой следишь. Зараза. Теперь, блин, доски тратить на ремонт еще, блин. Так и нет их нихера. Еще на ремонт их тратить. Я, чё это мы проплываем мимо меня? Чё за ерунда? Слышь, ну-ка, блин, собирайся. Так, ну я думаю, да, надо построить, наверное, вторую себе водоочистную станцию тогда. Да, это сюда. Угу. Так, рыбу мы тогда эту съедаем. Новую приготовляем. Новую ловить начинаем. Окей. Я, кстати, уже придумал, блин, название для своего плота. Название будет, конечно, крутейшее, как всегда.
Я уже знаю, как это, блин, можно назвать. Потому что, блин, на предыдущую, блин, серию назвал «Водный мир», потому что игра реально на него похожа, блин. Когда там чувак, блин, тупо плавал. Тоже на плато, блин, по океану, по сути. Когда земля почти вся ушла под воду, блин. И здесь то же самое получается. Поэтому название будет тоже соответствующее, но только не так, как в фильме, а немного по-другому. В смысле, будет немножко иное название, но он тоже относится, в принципе, к данной тематике. Так, надо, кстати, что-то насчет семян решать. Наверное, перед тем, как продолжать второй этаж сооружать. Блин. Так, 7. Блин, 5 у нас нихера нету места. Так, блин, тут реально забегаешься, блин, короче говоря, капец. Так, это нам надо не сюда строить. Нам надо здесь, если у нас второй этаж, соответственно, нам надо сюда закинуть. О, веревок сколько. Много, это хорошо. Так, сюда, потом еще сюда, сюда, сюда. И там, получается, надо тогда также две клетки строить. Так, что у нас еще здесь? Блин, ну где этот ресурс? Хрен поймешь. Одно жмешь на одну ячейку, он в другую, оказывается, висит. Так, что у нас тут? Надо, кстати, выкидывать, наверное, металл весь, потому что у нас уже тут реально все забито просто-напросто. Семена тоже нафиг. Так, пальмы эти пока оставим, пускай они остаются. Так, доделываем, значит, плот. Ёбаный в рот. А, блин, опять не хватает. Да что ж ты делать-то будешь? Блин, опять веревок нету. Да блин, они издеваются надо мной. Чё за отстой? Так, 8, 1, 2, 7. Там, походу, что-то акула уже ломает. Блин, интересно, кстати, реально убить можно или нет? Это, кстати, так до сих пор не знаю. Собака. Блин, ушла. Паскуда, тварь. Блин, мне нужны веревки, елки-палки. Она мне так реально сейчас может все к хренам доломать. И это меня уже начинает реально напрягать. Теперь, блин, придется отстраивать там еще кусок заново. Так, что у нас тут? У нас тут нихера нет вообще. У нас тут... Я уже все ресурсы, которые были, уже исчерпал. Вот это я жару, блин, дал. Так, 6, 5. Будем рыбу ловить опять. Надо второй сундук создавать, чтобы там все сохранять. Это так можно кучу ресурсов просрать. Да, кстати, между прочим, есть идея, где можно тогда этот сундук-то создать, чтобы пространство впустую не терять. Где у нас сундук? А, блин, надо 8 досок, нихера себе. Зашибись. Так, 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 где он там? Вот он где. 7. Сейчас он тут четенько так прям под лестницей. Оп.
Вот этот потом надо будет, конечно, сундук, наверное, переместить. Ну ничего, я думаю, нормально, в принципе, пока и так пойдет. Так, и там еще надо соорудить вот этот мосток. Там две у нас, да, два квадрата, там два квадрата, окей, нормально. А дальше что, как нам вообще-то на второй этаж-то попасть? Колонну, наверное, надо строить. Скорее всего, да. Вот такая вот ерунда. Угу, нам на колонну не хватает, нам доски надо собирать. Вот теперь хватает. Ну, пока нормалек. Так, надо еще, кстати, да, между прочим, воду подогревать. А то я что-то забыл. И про то, чтобы ее очищать. Сейчас, блин. Так. В принципе, я думаю, металла уже нету смысла особо как бы собирать. У нас его так дофига. Вот веревки реально надо пособирать. Так же, как и доски, между прочим. Так, а давайте-ка попробуем. Как это вообще делается? Не так-то что? Флор. Ага. А, вон, ну чё, как, окей. Ясно, прекрасно. Блин, один металл теперь пошел. Офигеть. Нахер мне столько металла не нужно? Мне теперь досок-то хренище нужно. Так, а где у нас? Да, они еще далеко. Кстати, где акула, между прочим, куда она делась? Не, в натуре, а где акула? А, умно. Там доски мы убираем, листья тоже. Воду сюда, на семерку. Так, теперь на восьмерку. Теперь на семерку готовить. Падла, блин, иди отсюда нахрен, когда ты сдохнешь, падла уже. О, да ладно. Ха. Ее можно дополнительно копьем избивать, чтобы мясо получать. Вот это круто. Она в натуре, оказывается, может подыхать. Вот это круто, реально. Так, отлично. Теперь мы знаем, что можно акулу убивать и ее мясо приготовлять. Вот это хорошо. Так, ладно. Шоколадно. Ну, по крайней мере, нормалек пока. Что-то как-то быстро согревается вода, что за ерунда? О, тихо, куда собралась? В карман ко мне давай залазь, так, а ты улетай из кармана и залезай сюда. Так, дальше. Опять надо собирать. И опять она всегда будет не из кармана пропадать. Вот надоело, твою мать. Так, это сюда. Блин, тут реально забегаешься. Надо сначала кучу, блин, всего собрать, чтобы потом просто-напросто создавать свой наикрутейший плод начать. Во. Какие вещи, ты посмотри. Так, а что у нас дальше-то? Что нам делать дальше? У нас ресурсов, в принципе, вообще хватает на то, чтобы захреначить себя дальше второй этаж, или как? Хм, можно прям что, без колонн строить? Да ладно. А, нет, нельзя. Нельзя. Ну ладно, тогда сейчас вот так сделаем, так же, как и тут. Чтобы было одинаково и там, и тут. И опять надо доски собирать.
На этом придется реально, походу, кучу времени потерять. Так, ну чё, ладно, я думаю, на этом будем эту серию закруглять. А в следующем мы будем создавать свой супер-мега-плод, продолжать. Так что лайк поставь и подпишись. И ресурсы соберись. Все, короче, пока.